Всем привет! Снова с вами Михаил. Короче говоря, хочу показать вам такой вот интересный цвет. Назвали кровавой вишней. Может быть, звучит жутковато, но цвет зато действительно такой. Интересно, что здесь еще и наклеечки темные. Да добавляет ему вообще такой, как это правильно сказать, презентабельности. Ну, в общем, мне очень нравится. Клиент из станицы Ирклиевской захотел именно такой. И я думаю, он будет доволен. Но мы позже поставим его на воду. Сейчас пока хочу показать вам. Это комплектация с эхолотом, с ТФ-500. Хочу показать, что там внутри и куда что ставить. Потому что звонят, там находятся какие-то проводочки, не поймут, куда что вставлять. Я вам сейчас это наглядно все покажу. Когда мы получаем посылочку или кораблик с эхолотом, мы видим вот такие две вещи. Сам эхолот, коробочку, и здесь находится один проводочек, ну и сетевая зарядка. С помощью этой мы заряжаем от сети, заряжаем таким образом, то есть мы вставили в сеть и сюда. Здесь горит две лампочки, красная и белая, зарядка идет. Если мы находимся на рыбалке и не имеем розетки 220, у нас есть такой проводочек. Мы с помощью автомобильного аккумулятора можем это зарядить. То есть также вставляем сюда, красный подсоединяем к плюсовой клемме, черный к минусовой. Все, и зарядка у нас идет. Тоже должно гореть две лампочки. Аккумулятор у нас здесь внутри находится. Поэтому ничего не нужно тут, никаких батареек вставлять. Там находятся аккумуляторы. Далее. У нас есть две антенки. Одна антенка большая, одна маленькая. Маленькую антенку мы подключаем непосредственно к эхолоту. Здесь есть такой проводочек, который мы вставляем. Здесь есть направляющая, поэтому вы не перепутаете. Это все новое, не лезет. Сейчас засунем. Оп, встало. Здесь есть такая крутилочка, с помощью которой мы фиксируем ее поворот. Ну, делаем вот так и затягиваем. Все, голова у нас никуда не ходит. Важный момент. Для лучшего приема с эхолотом, ну, соответственно, дальность, старайтесь, чтобы антенна была как можно больше под углом 90 градусов. Сейчас я покажу. Неудобно. Вот, чтобы прям вот так было. Вот так. И включаем эхолот. Для того, чтобы... Он сейчас пишет, подключите сенсор. А, ну сейчас мы вторую антенку поставим и подключим. Вторую антенку длинную мы присоединяем на кораблик. Вот в таком положении. Не вот так, не вот так. Делать не нужно. Должна быть прямо установлена. Дальше включаем кораблик. Включаем пульт. Показываю, как включить, чтобы у нас появилось изображение, то есть сенсы. Левый стик мы опускаем, ну, поворачиваем вправо, в самый низ. Удерживаем 5 секунд.
отпускаем. Слышно сигнал? Это значит, что у нас эхолот подключился. И теперь можно его опускать на воду. Пойдемте посмотрим. Так, ну в общем, эхолот у нас включен, поплыли. Плывем всегда на медленной скорости. Для того, чтобы, так же как и с глубиномером, чтобы качественно показывало глубину и находило рыбу. Вот здесь. Опускаем. Отплываем. Сохраняем домашнюю точку, чтобы у нас дистанцию показывала. Ну и мог он вернуться сам. То есть опять же, второе положение. Сохраняем. Все, дистанция 0 метров. Возвращаем в исходное положение. И поплыли смотреть, что у нас здесь. Плывем. Кстати, я бы такой бы сплавать бы подальше. Заодно дистанцию посмотрим. Ну давай, я хочу рыбку. Рыбку хочу. Где ты, рыбонька моя? Сейчас я поставлю чувствительность. Чтобы была не авто. Ну вот 8, допустим. Все. Поплыли. Здесь же рыбки много. Ну, когда я плавал в прошлый раз, у меня он вообще испикался, бедный. Пик-пик. Только рыбки были по всему экрану. Глубже, да, становится? 3-3. Мягкий грунт. Красного цвета показывает. Ну, правда, в прошлый раз, когда у меня пикало, я, конечно, был с другой стороны. Может быть, она там вся обретает, обитает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы это слышали? Как бы нас сейчас не накрыло тут. Ну, мы уже уплыли 130 метров. Показывает. 139. Ой, закапал дождик. Кстати, надо нам подняться чуть-чуть. Потому что сигнал плохой может быть. Ну что-то сегодня вообще рыбы нету совсем. Ну да ладно. Тут просто уже начал капать дождик. Все, теперь мы ставим в третье положение и ставим возврат домой. Сейчас я вам покажу, как он будет плыть. Кстати, когда возвращается домой, если не ставить быструю скорость, а медленную, может быть, он сейчас и найдет рыбоньку нашу. Долго возвращаться, конечно, будет.